эти выходные епископ Новороссийский и геленджикский архимандрит Феогност осветил Дом Милосердия при храме преподобного Серафима Саровского. Там уже начали оказывать помощь нуждающимся. Глава епархии считает, что подобные учреждения должны быть в большинстве приходов. По словам архиепископа, в Доме Милосердия уже живет семья беженцев из Луганска. Здесь будут помогать всем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, по какой-либо причине остался без жилья. При приюте открыта трапезная, действует склад гуманитарной помощи. Я хочу сказать то, что вот так, по идее, бы должно быть при каждом храме. Ну, по возможности, при каждом храме городском. Сельский вряд ли он это вытянет. А вот городской может это сделать. И много людей квалифицированных, подготовленных, которые могли бы здесь потрудиться. Конечно же, понятно, что всего лишь там сколько, 38 коек, это песчинка. Но эта песчинка заметна, это крупица. И крупица не песочная, а крупица бриллиантовая. Она должна показать пример, как оно должно быть. Многим другим главам районов и городов, что это можно делать, так как здесь вот сделано вот в этом городе при Сергее Павловиче Сергееве, который дал возможность. И это такое совместное творчество, это же не просто вот, батюшка, это совместное творчество, совместное соработничество власти и церкви.